С участием пешеходов в нынешнем году произошло 281 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 278 человек и 17 погибли. А это говорит о том, что нынешние ДТП уже унесли на 6 жизней больше, чем за тот же период прошлого года. Причем под колеса машин наши жители попадают по разным причинам. Порой они забывают об обязательных в темное время суток светоотражателях, а иногда попросту игнорируют сигналы светофоров или переходят дорогу в неположенных местах. И лишнее тому доказательство – гибель трех пешеходов на одном и том же участке столичной улицы Тамсары. Задержанные на этом участке нарушители называют полиции обычно две причины такого поведения. Первая – это лень. Зачем идти несколько сотен шагов до туннеля? Лучше рискнуть и перебежать восьмиполосное шоссе. А вторая причина – боязнь опоздать на автобус. И это крайне опасно, ведь, например, разрешенная скорость на некоторых участках улицы Тамсара – 70 км в час. Именно поэтому Таллинский департамент транспорта установил там три черных человеческих силуэта, напоминающие людям о том, что три пешехода на этой дороге уже поплатили жизнью, переходя ее в неположенном месте. Здесь три человека погиб, происшествие транспортного средства, и поэтому, как Франция пользует такую систему, и мы решили сюда поставить эти силуэты, чтобы люди думали раньше, чем они в неправильном месте начинают идти через дорогу. Силуэты эти расположились на узком островке безопасности, так что они никак не мешают водителям, заставляя лишь пешеходов лишний раз задуматься, не хотят ли они стать четвертым в этой композиции. Мы сейчас смотрим, как поступают пешеходы, и если эти силуэты все-таки себя оправдают, тогда и будут в других местах именно такие силуэты. По плану эти три черных силуэта останутся здесь на 3 месяца, в течение которых будут вестись наблюдения за поведением пешеходов. Ну а если эффект от этой акции станет действительно заметным и люди станут реже перебегать улицу в неположенном месте, такие фигуры появятся и в других опасных для перехода местах Таллина. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.